Мы знаем, что все плоды свидетельности нужно посвящать Господу и все задействовать при этом служении. И денежку как бы тоже. А если денежки нет или очень мало, нужно ли прилагать какие-то чрезмерные усилия, чтобы зарабатывать и это задействовать при этом служении? We know that we have to offer all fruits of our work to Krishna, including money. But if we don't have a lot of money, should we make some over-endeavor in order to make more and offer it to Krishna? Why? Зачем? You think Krishna needs your money? Вы думаете, Кришна ваши деньги нужны? I think Krishna is a poor person. Думаете, Кришна бедняк? If I don't make more money, Krishna won't eat. Если я не заработаю больше денег, Кришна голодом останется сидеть. You won't be able to pay the rent. Не на что будет оплатить аренду, квартиру оплатить. Rukmini will be very disturbed. Rukmini очень беспокоится. They'll have to sell their palace. Им придется дворец продать. Ну, преданные, например, очень сильно хотят построить храм, и как бы денежка не приходит, они прилагают усилия для этого. Не надо этого делать. Let's take this example. Devotees want to build a temple very, very much, so they make some endeavor to make money in order to build the temple. The first, construct a temple in your heart. Первым делом нужно возвести храм в своем сердце. Then think about constructing a temple outside. Тогда уже думать о возведении храма снаружи. Now that we build a nice temple. Вовне. Не, а не то, что мы построим хороший храм. And our heart is the forest of material enjoyment. Наше сердце это лес материального наслаждения. In the temple there are very beautiful deities. В храме очень красивые божества. And in our heart all these ugly demons are running. В нашем сердце жуткие страшные демоны. So first build a temple in the heart. Итак, вначале постройте храм в своем сердце. So over-endeavor is not very good. Поэтому чрезмерное усилие это не очень хорошо. We have to execute the principles of the regular principles. Мы должны следовать регулирующим принципам. Regularly hearing and chanting. Регулярно слушать и воспевать. And then also some service. И совершать также какое-то служение. Not that it's all service and no hearing and chanting. Не то, что, знаете, одно служение только и нет слушания и воспевания. We have to know why we're serving. Мы должны знать, а зачем, собственно, мы совершаем. Otherwise, it's not devotional service. В противном случае это не является преданным служением. Это просто какие-то материальные усилия. Sanatana Goswami was hanging his Madana Mohana in a tree. Sanatana Goswami подвесил Madana Mohana к дереву. He didn't think, well, maybe I should go get a job. Он не подумал, может мне пойти на работу устроиться. He didn't leave his service. И бросить служение. Whatever he got, he offered to Madan Mohan. Все, что у него было, он предлагал Мадан Махану. But he offered it with love. Но он предлагал это с любовью. So for that reason, Madan Mohan, he accepted it. И по этой причине Мадан Махан принимал все это.